по-моему, самец где-то около полтора года достигает полузрелости. Потому что парахибана довольно долгожительный паук, и у самки, по-моему, около 2 или 2,5 лет, а самцы около 1,5 года. Более мелких пауков быстрее, там около года, там, а то и быстрее бывает, там, 8 месяцев. Парахибана крупный паук, он, по-моему, самец 1,5 года. Но это еще зависит от того, при какой температуре. Если он не слишком повышенных температурах, или если он не слишком пониженных температурах живет, там средние, там, грубо говоря, для парахибана, это, по-моему, 22-24 градуса, если не ошибаюсь. Если теплее, если не выше 28-29, то он нормально будет переносить. Но этот вид, они все-таки тропические, они, по-моему, это бразильский вид. Он, да, бразильский. В Бразилии они обитают, в тропиках, и они нормально переносят, но не слишком, там, за 30, это уже слишком для него будет, конечно. А да, градусов до 28 нормально. Просто если выше 28 поднимается, старайтесь поставить его не высоко под потолком, грубо говоря, а где-то низко. Да, ну то есть снизу, там, на 1,5-2 градуса, может быть, холоднее, но у пола. В общем, вам надо 10 зафолосов и 10 сучков. Ну, я как приеду... Ну, я лично не даю, я не вижу большого смысла. Я знаю, что ими кормят нормально, как бы для паука ничего плохого там. Ну, мне лично тараканами или сучком удобнее его кормить. У меня тараканы разных видов, разного размера. То есть, можно подобрать вот удобный кормовый объект. Можно, да. Размер таракана надо смотреть по размеру брюшка, то есть он не должен быть длиннее самого брюшка его. Метасома, по-моему, как правильно. Ну, если он 5 сантиметров, то средняя величина брюшка это где-то, ну, 2-2,5 сантиметра будет по-любому. То есть таракан 2-3 сантиметров нормального размера будет. Пауки нормально голубь переносят, они могут и месяц сидеть, если температура и влага с воздуха нормальная, то они нормально переносят все. Они в естественных условиях, иногда там в некоторых местах, где сезонные какие-то кормовые объекты выходят, то они могут, грубо говоря, до 3 месяцев голодать. Ну, через ноги нормально переносят такой момент. Ну, большинство. Надо только уточнить, будет вам каких-то тараканов именно. Ну смотрите, есть, у меня есть, получается, эглоберус, я могу по размеру подобрать, но эглоберус надо тоже смотреть, они будут пытаться докапываться. Могу дать туркменов, они, туркмены нормальные, в принципе, я просто не уверен, насколько он по размеру будет хорошо, может, они могут быть чуть-чуть мелковатыми, то есть 2 сантиметра, он может просто чаще кормить будет немного. А кстати, да, паук нормально, если корм немного мелковат, можно давать сразу двоих, он двоих сразу может брать. Да, то есть. Туркменские неудобны тем, что они не лазят по стеклу, они не могут по ровным поверхностям там ответственно лазить, и они не зарываются. И они безопасны, они не агрессивные, не нападут, не погрызут там лапы паука, ничего такого. 10 штучек, да? Ну хорошо, 2 рубля. Я подготовлю, как приеду. Хорошо. До вечера.